It's 1 a.m. and I ain't tired. I can stand right here and talk all night if you want. I ain't got no place to be, no one's waiting for me. I won't lie, I'm into you. Got like a million ideas what we could do. Cause I'm not gonna let you slip away. I won't waste this. There's something about the way you fix your eyes on me. I can't help myself, fall in love, I go crazy. Друзья, всем большой привет! Спасибо, что зашли к нам на канал. Сегодняшнее видео я начинаю с моего утра. Здесь было около 8 часов. Сережа уже уехал с Лешей. Ну, а я проснулась, у меня уже тут проснулся Сереженька, и пришла на кухню готовить завтрак. На завтрак я решила приготовить омлет. Дети у нас его любят, и я готовлю в духовке порционно. Омлет получается очень вкусный, воздушный, и, конечно, удобно в духовке готовить, так как на сковородке нам уже не хватает места. Чтобы омлет не пригорал, я смазываю каждое блюдо сливочным маслом, заливаю и убираю уже в духовку на 20-25 минут, и все, быстрый завтрак готов. I just want you for my own. It's really easy to tell that you're the best girl I've ever known. Когда к нам приезжала Сережина сестра Лена, она нам подарила набор с разным чаем, и как раз я сегодня распаковала, посмотрела, очень хороший набор, есть из чего выбрать. Я вообще раньше очень редко пила чай, но сейчас именно люблю ароматные полезные чаи. И как раз сегодня заварю именно вот этот чай. One day she said, write me a love song, cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, cause I want you. I wanted you to know. Малыши у нас не особо чай пьют, в основном только старшие, хотя малыши просят им налить, я наливаю, но в итоге никто толком не допивает. Чай я заварила и теперь решила переложить в банку печенье. Очень мне нравятся эти баночки, уже много раз рассказывала, покупала в Икее, часто спрашиваете, где я их беру, можно использовать подо что угодно. Ну а здесь, пока чай заваривается, омлет у нас в духовке готовится, я решила сделать горячие бутерброды. Наверное, последнюю неделю у нас почти каждый день эти горячие бутерброды детям нравятся. Но я делаю сейчас в основном с сыром, но также можно и с ветчиной, с чем угодно. Ну все, омлет готов, я немножко его передержала. Дети не очень любят, когда он сильно зарумянился, но вот чуть-чуть все-таки передержала. Дети уже начали потихоньку просыпаться, уже кто-то прибегал на кухню. Я всех сразу отправляю умываться, заправлять кровати. Конечно, малыши не всегда меня слышат с первого раза. Ну а здесь уже у меня и бутерброды приготовились, тоже снимаю, перекладываю на тарелку, и все, идем уже все завтракать. Показываю, какой бутерброд получился, я стараюсь не передерживать, чтобы сыр сильно не расплавился, иначе он потом течет. И, кстати, мне зрители подсказывали такой лайфхак, класть пергаментную бумагу, и не надо так часто мыть эти сменные панели. Здесь детки уже завтракают, ну а я потом себе сделаю вкусный кофе и тоже с бутербродом поем. Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind last night, so I'm just
I'm just checking in. It's been far too long now since I last saw you, my friend. So happy Christmas from me to you. Hey there, buddy. Я немного передохнула и перешла в зал. Дети попросили посмотреть мультик. Я говорю, только тогда, когда будет чисто. Знаете, очень эффективный способ. Очень стараются быстро убраться. Ну и пока они смотрят, я причесываю девочек. Уже рассказывала много раз, что Кристиночка только с мультиком в основном дается причесываться. У меня в этот день Сережа предложил приготовить плов. Поэтому, знаете, не надо было мне готовить обед. Единственное, я хотела сделать сегодня, в тот день, очень вкусный салат, простой. Я чуть дальше вам покажу рецепт из капусты. Я долго такое искала и тоже на просторах Ютуба нашла. Потом чуть позже поделюсь. Ну вот, Кристиночку я уже заплела. В основном я ей заплетаю косички, потому что если сделать хвост, они очень быстро у нее путаются. С Ксюшей попроще, у нее волосики короткие, поэтому делаю ей много разных хвостиков. А мы заходим в комнату к мальчикам. Здесь у нас молодец, Таечка занимается. Умничка. На улице сегодня потеплело, я очень... Ой, засвет какой. Я очень надеюсь, что мы сегодня выйдем на улицу, погуляем, потому что был мороз. И детки долго не гуляли, они выходили на улицу, здесь по территории бегали, катались на горке и обратно забегали домой, потому что щечки замерзали. А сегодня, я надеюсь, мы выйдем куда-нибудь туда подальше, на площадку, на горку. А Таечка тут у нас что делает? Английский язык, да. Я, кстати, знаете, английский язык изучала с первого класса, все 11 лет. Вот честно, я уже все забыла. И когда меня дети просят чем-то помочь, я еще первый, второй, третий класс помню, а вот шестой вообще не помню, Тай. А много задали вам? Ну, в принципе, немного, но тут просто новая тема. Я не очень хорошо понимаю. У нас у Таи сегодня, Тай, у тебя сегодня еще будут занятия. Тай уже, кстати, молодец, приготовила компьютер. Так что будем, да, заниматься. Вот это для меня, конечно, большая помощь, потому что я сама, вот честно, я не подскажу. И пока Таечка занимается, с удовольствием хочу познакомить вас с очень, на мой взгляд, классным сервисом по практике разговорного английского языка Cambly Kids. Это не школа, и дети учатся в форме свободного общения на любую тему. У Cambly Kids есть специальные программы для детей, и, конечно, самый лучший способ хорошо говорить на английском – это как можно больше общаться с носителями языка. С помощью игр или песен они точно разговорят ваших детей. Do you have a sister? Yes. One sister? Four. Four sisters! Wow! And four brothers. Wow! Big family! Yes. У Кэмбли 100% репетиторов – это носители языка. Есть англичане, американцы. Одним словом, вы подбираете под свой вкус. Там нет русских преподавателей, а это большой плюс, так как дети отработают чистое произношение и фразы. Понравилось, что ученик не привязан к одному репетитору, и можно хоть на каждое занятие общаться с кем-то новым. Мы с Таей вместе выбирали репетитора, смотрели вместе профиль и выбирали по интересам. И, кстати, в Cambly Kids есть репетиторы из таких областей, как спорт, мода, животные, динозавры, что хотите. Всех можно найти через текстовый поиск по профилям. А еще у Кэмбли есть программы и для взрослых. Я сидела с Таей все занятие, и мне самой было очень интересно слушать. И хотелось очень поговорить, и время
пролетело мгновенно. Занятия мы уже оформили, и Тая каждый день спрашивает, когда же она встретится с Дженнифер. Это наш репетитор, она нам очень понравилась. Так что обязательно регистрируйтесь, это очень полезный, интересный сервис. Ну а для моих любимых зрителей будет приятная скидка по промокоду «МНОГОМАМА» 30%. Обязательно переходите в описание под видео и регистрируйтесь. Plates. Plates. Good. Well done. Excellent. 5 stars. Мы с вами быстренько перешли на кухню, и я хочу поделиться с вами рецептом очень простого и вкусного салата. Он готовится из капусты, морковки и сладкого перца. Я уже почистила морковку, помыла перец, капусту. Сейчас достала свою мясорубку, у нее есть функция шинковки. Так что капусту сейчас прокручу через нее. Кстати, очень много было советов по поводу того, как отмыть рыжий след от морковки. И спасибо вам огромное, потому что я действительно не знала, что можно обычным подсолнечным маслом всю эту рыжую красоту убрать. Как вы мне писали, спасибо вам за совет. По рецепту вам понадобится 1 килограмм капусты, 1 морковка и 1 перец и зубчик чеснока. Я взяла 3 морковки, так как они были небольшие, и думала взять 2 перца, но одного действительно хватило. Капусту нашинковали и добавляем теперь соль, чайную ложку с горкой. Дальше вам понадобится 50 грамм сахара и хорошо помять, пожамкать капусту. Дальше мы нарезаем соломкой сладкий перец. Я потом вспомнила, у меня же есть терка Борнер. Вы спрашивали, что это за терка? Это Борнер. Чуть дальше вы увидите, как раз буду на ней тереть морковку. И морковку трем, как для корейской морковки. У кого нет такой терки, можно просто либо вручную порезать, либо на крупной терке. Именно эту терку Борнер я покупала на Валберес, очень ей довольна, у нее много разных насадок, но я оставила для себя только 3. Для морковки как раз, для картошки и для капусты. Дальше я нарезаю чеснок и добавляю уже в салат яблочный уксус, вам понадобится 3 столовых ложки. И нужно будет еще добавить 50 мл подсолнечного масла. Если у вас капуста не сочная, суховатая, то можно добавить 100 мл воды. И также все хорошо перемешиваем. И все. Я накрываю тарелкой, убрала в холодильник, еще сверху положила гнет. У меня была банка тяжелая с медом. И можно оставить на час, на 3, можно на ночь. У нас хватило на 2 дня, и на 2-й день он еще был, этот салат, сочнее, вкуснее. Я очень люблю такие салатики, и дети у нас старшие тоже. Ну а здесь мы собираемся с вами уже на прогулку. В этот день к нам приехала нянечка. Она у нас болела, и мы ее видели последний раз еще до Рождества. Наконец-то приехала моя помощница. И первым делом я помогаю ей одевать Сереженьку. Она уже стоит, ждет, чтобы уже просто принять Сережу и пойти с ним на улицу. Тут Ксюшенька сама одевается, она самостоятельная девочка. Андрюша обычно тоже хорошо может одеть и колготки, и комбинезон, все сам может одеть. Но сегодня был тот период, когда он не хотел ни колготки одевать сам, и не только он, но и Кристиночка, как видите. Так что сейчас я им помогаю, но сама я буду одеваться уже в конце, когда их всех провожу, потому что пока их соберешь, мне становится очень жарко. Тут я пошла как раз уже переодеваться наверх. Я гуляю, знаете, одеваю теплые штаны с начесом, теплые сапоги, толстовку, и мне комфортно гулять. Сейчас я не мерзну, хотя был период, когда сколько бы я на себя одежды не одевала, мне все равно холодно. Thank you.
Кристина, ты хочешь Андрея повезти? Да. Он говорит, я сам. Не надо, говорит. Пойдемте на площадку, которая ближняя. Да. Там тоже горка есть. Туда пойдем. Туда? Да. Ксюш, тебе не тяжело? Нет. Туда? Поехали, хорошо. Туда? Туда-туда, на ближайшую, да, площадку пойдем. Уроки поделали, все. Старшие уехали в школу, ну а мы гулять. Погода хорошая, на улице тепло. Снежок, красота. Ксюша не отдает ватрушку, говорит, сама хочет вести Сережу. Кристюш, сейчас промокнешь быстро, Кристин. У нас сегодня шугапе должен быть. Называется «Пошли на ближайшую горку». Обычно мы ходим туда на дальнюю, а здесь снега вообще очень много. Дорожки не прочищены здесь. В общем, дети пошли. Мама, иди сюда. А мы тут с Надей по дорожке ходим, чтобы этот снег в сапоги нам не попал. Самые стойкие уже на горке. Кристина решила оставить плюшку и пойти без нее. Он сегодня рано проснулся, уже, наверное, спать хочет. Да, Сережечка? Сейчас прийти пообедать и спать, да, Серёнь? А у нас уже заснули дети, и мы решили вместе с Сережей выехать за детьми, и перед этим мы заедем на Wildberries. Я заказала уже одежку для малышки. Мне очень нравится магазин Мазакии, и как раз на Wildberries я нашла этот магазин, заказала там несколько слипиков, комбинезончик. Потом вам покажу, что взяли. А еще под предыдущим видео вы спрашивали, как же у меня Сереженька, мой любимый муженька. Что ты засмеялся? Я не могу серьезно о таких вещах говорить. Серьезно, я вам не серьезно говорю. А еще под видео, где я показывала вам реакцию детей, как они отреагировали на 9-го малыша, многие спрашивали, как же отреагировал муж. На самом деле... Да никак. Ты же обрадовался. Я не видел никаких полос. Одно единственное. Я узнала о беременности в сентябре, в начале сентября. Делала обычные вот эти тест-полоски. И я видела, что там уже вторая полоска есть. Когда я показывала Сережу, он их не видел. Несколько дней не видел. А кто знает, о чем я говорю, то они с каждым разом все ярчают, ярчают. И только тогда, когда я сделала уже электронный тест, Сережа уже поверил, обрадовался, да, Сережечка, ты обрадовался? Я делала тесты в августе, в июле, и я всегда, даже когда нету полоски, мне казалось, что она есть. И когда я эту пустую полоску показывала Сереже, Сережа тоже ничего не видел, и поэтому, когда я в сентябре ему показала, он тоже не заметил, но потом уже увидел. Ладно, но мы уже поедем, уже время, уже пора ехать за детками, так что так. Так, ну что, быстренько вам покажу, что же я взяла на Wildberries для малышки. Значит, на выписку мы взяли такой комбинезончик очень приятной расцветки. Он нежно-розового. Телефон не передает при искусственном цвете. Цвете. На новорожденного, прям на первый месяц взяли. Я планирую, дай бог, в этом выписываться, чтобы мы выписывались в этом комбинезончике. Также я взяла набор из трех слипиков. Тоже, видите, с такой же расцветкой. Здесь царапочки. Мне почему нравятся Мазакеи. Ну, я думаю, сейчас везде хорошее качество у многих фирм. Но мне нравится именно Мазакеи. Красивая расцветка и очень-очень мягкий хлопок.
Шовчики все наружу, ну, приятное. И вот в этом комплекте еще было два таких слипика. Тут у нас такие облачка. А вот этот слипик я взяла так для фотосессии вообще на 3 месяца. Так, чуть-чуть на вырост взяла. Тут с повязочкой. Ну, миленько, правда, вообще, смотрите. Красота. Ну и взяла такие слюнявчики уже на постарше с таким рисунком. Вот такая вот красота. Мы уже забрали детей, вернулись домой и показываю наш ужин. Я говорила, что у нас сегодня Сережа приготовил плов. Он у нас был и на обед, и на ужин. Достала салатик, он очень, конечно, вкусный. Ну а здесь мы с вами переместимся в другой день, и будет у нас небольшая мотивация. У нас тут, представляете, свалилась эта вешалка, эта штанга со всеми вешалками, все попадало вниз. Часть уже повесили, но и тут я хотела до конца все убрать, сложить и лишнее вообще отсюда вынести. Плюс у нас сюда еще заходил Сереженька, он повытаскивал с полок одежду, прям на пол побросал. Тут и Андрюшина, и Кристинина, и Таечкина, ну, в общем, все вниз побросал. И я стараюсь сейчас аккуратно все разложить и сложить. Также у меня накопились сложенные стопки с постельным бельем, как раз сюда принесла, и сейчас все аккуратно разложу. Я постельное белье не глажу, стараюсь аккуратно ровно сложить и вот так вот стопками убрать на свои места. У нас получается здесь полка для постельного белья для мальчиков, полка для девочек и наше постельное белье. Мне останется здесь только пропылесосить, и, как видите, у нас тут игрушки. Не так давно я сортировала и убирала лишнее из детской комнаты. Часть у нас за дверью здесь стоит, и вот что не поместилось сюда, под вешалку поставила. Надеюсь, дети опять к себе не перенесут, потому что придется опять все это убирать. Я перешла к нам в комнату, в кабинет, и хочу разобраться в аптечке. Давно сюда не залезала, слава богу, она нам редко нужна. И смотрю сроки годности, лишнее выкидываю. Ну, просто аккуратно сейчас переложу в новую аптечку и отнесу вниз. В эти дни у нас было столько разных событий, и по чуть-чуть немного снимала. У нас в воскресенье у детей в воскресной школе был концерт, праздник, они готовились к нему 2 месяца. В выходные приезжала ко мне в гости моя мама, подарила очень много подарков детям на Рождество, на Новый год. И вот как раз тут мальчики собрались в мужской компании и хорошо поиграли. Ну а на сегодня я уже буду с вами прощаться, дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши пальчики вверх. И спасибо, что вы остаетесь с нами. Нам очень это приятно. И увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.